Полиция оглядывается, куда все подевались? Пойду с ним знакомиться. И, кстати, для защиты мне нужен мой лазерный пистолет. Подойти. Не хочу, чтобы меня прерывали. И давай без шуток. Безопасность твоего брата зависит от моей. Это все? Ты же все слышала. Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы.
Брент? Извини, детка, но у меня на хвосте Дэс. А теперь, когда шеф полиции у меня в кармане, ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый газ? Ах ты трус! А что делать? Зря стрелять, только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка, поэтому ты не выберешься. Сама понимаешь. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. У него был Брент, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Нет, мисс Уокер, от проблем нельзя убежать. Их можно только победить. Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Не мука, а думайте о шее, направляйте свою ярость, наращивайте силы. Прочь! Thank you.
Гнев — это инструмент для управления всем вокруг. Мы проводники, весь мир принадлежит нам. Отлично. Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3. Уотер, не вижу. Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Грузовики, вам крышка. У вас ничего не слышно? Паранойя замучила. Здесь все чисто. Не могу. Здесь находиться.
я знаю, как его разозлить. Босс. Проныра, вот это сюрприз. Есть разговор. Нам не о чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой, не вздумай, ты... Это что за хрень? Наверное, это акулы. Надо было с ними разобраться. Это нападение? Вы что-нибудь видите? Это стрельба? Эй, Джимми, скажи что-нибудь. Круто. Сюрприз. Ах ты, сука. Повредишь еще один грузовик, и Брент останется без руки. Ясно тебя? Ты этого не сделаешь. Да? Поспорим? А что тут спорить? Без него у тебя не останется никакой, совершенно никакой защиты от меня. Ты с него пылинки сдувать должен. Не трогай мою. Не то ты не смоешь. Она здесь. Тут везде неоновые вывески. А вдруг это она? Если выскочит, вали ее! Так, огонь боится воды. А чего боится чертов неон? Она!
Поцелуй меня взад! Ага. Похоже, ты потерял еще одну партию, дружок. Зачем ты это делаешь? Отдай мне Брента, и все закончится. Нет. Я отпущу его только когда расшевелишь Дэс. Слово скаута. Тогда извини.